Вот здесь снимать хорошо. 20 метров от моря. Да. Раньше не запрещали у моря строить. Сейчас не уберешь их. На Массандровский пляж прогуляемся, посмотрим, что там новенького. Что-то новенького. Ну да, но там будет светлее. Небо красивое. Ну вот, пожалуйста. Вот, катание на велосипедах запрещено. На набережной тоже так сделали бы. Вот на пляже запрещено приводить собак и это купать. А то вчера на набережной балбес один ехал на велосипеде. Ну и легнул барбосу прям в лицо. Скотобаза конченая. Без 10:04 время. Температура воды 7. Мать моя родная, 7 градусов вода еще. Воздух 13. Да, вода еще ледяная. На улице тепло, ну, ветерок дует. Вот сейчас солнышко немножечко появилось, и цвет моря прям на глазах меняется. Смотрите. Видите? Какое море становится красивое. Все, спряталось солнце. Вон женщина забодяжила. Кофеек, чаек в термосе. Здесь сидит отдыханта. Туфельки сняла и все. Ботфорты скинула и сидит, отдыхает. Да. Дело прошлое, я вам показывал эти картины уже, как выглядел Массандровский пляж. Ну, так, вкратце, смотрите. Курилка здесь. Как выглядит сейчас, да? Камера хранения здесь есть. Туалеты. Здесь всегда людей мало, не удивляйтесь. Ребрышки опять жарят, да что ж такое, что ж такое.
Почем здесь ребрышки, интересно? Стекло не лопнет. У GoPro-шки. Раньше я думал, что это уже готово, и это оказывается это, чтобы не сперли. Девушка, а ребрышки почем у вас 100 грамм? 140 рублей, спасибо большое. Так неудобно меня вообще спрашивать эти цены, вы бы только знали. Вы бы только знали. Ладно, когда спросишь, да, так возьмешь, купишь, присядешь, поешь. А то ж спросишь и дальше пошел. Они скажут, дешевка ходит, блядь, купить не может. Вот ходит, дешевые ребрышки ищет. Нищеброд, скажет какой-то блогер. Нищеброд ходит, спрашивает цены, где подешевше. Такой серьезный дворник, как вот этот Ван Гог. Догорали свечи, а свечи плачут за людей, да? А свечи плачут за людей. Вот брателла с повязочки так и сидит, венцов кидывает. Повязка с глаза, все дела. Дальше, наверное, нет смысла идти. Или сходить на пляж ковер. А что там на пляже ковер? Людей нету. Что туда идти? Макрона вы уже видели. Вот столик какой симпатичный. Вот такой по нам я ходил в армии. Только поля не вот так вот мы загинали. У него поля как у лоха. Туда проволоки вставляли и закругляли. Было круто. Я в такой форме приехал домой. Не в парадке, а вот прям в такой панаме. Только там все обделанное, в полусапожках. В обычной форме, в которой ходил. На велосипеде нельзя, видите, умудрился кто-то сюда приехать на велике. Пойдемте вниз, спустимся.
еще я заметил, здесь на Масандовском пляже вода всегда почти чистая, да, но тут нету почему-то чаек. Вот интересно, почему тут нет чаек? Я раньше приходил, как может, я не замечал? Да не, я заметил вот. Красиво волна идет, смотрите. Судно стоит вдали огромное, то ли рыболовное, то ли пшеницу возят, хер его знает. Отсюда зубцы видно. Ласточное гнездо. Мужчина сидит там, это его велосипед, я, говорит, на велосипеде сюда приезжаю с Масандры, каждый день купаюсь, говорит, ну так, по 3-4 минутки купаюсь, говорит, зимой по минутке купался, он говорит, в интернете 9 градусов показывает вода. Это же оливковое дерево, да? Вот Мрию, когда я гулял, Мрия, там такие деревья, было написано оливковая роща. Наверное, все-таки это, ну, под крокодил сделали два дерева таких вот. Ну, вон, сверлю, там доски меняет, подкрашивают, прихорашивают пляж, короче. Бачки здесь вот такие для мусора. Пластик, стекло, металл, прочие отходы. Смотри, не перепутай. Хороший мальчик. Смотри, не перепутай. Хороший мальчик. Рыжик на напке бегает. Девушка покосилась, она подумала, что на обратном пути этот нищеброд, походу, возьмет ребрышки, а нищеброд мимо пошел. В жару можете здесь приземлиться от солнца. Какие толстые лепесточки вообще. У этого деревца. Вот здесь можете приземлиться. Вот с детьми, слушайте сюда, вот с детьми приезжайте, вот юку обходите стороной. Вот эти у них офигенные колючки, короче. Ребенок маленький, будет тыкаться. Просто офигенно колючие. Как иголка острая. Всем пока. Пойду на напку.